Государственная программа «Пушкинская карта» действительно дает большие возможности для посещения интересных культурных мероприятий. У молодежи нашего района «Пушкинская карта» пользуется большой популярностью. Это и неудивительно, ведь у многих ребят есть возможность посетить театрализованные представления и концертные программы различных популярных коллективов республики. Так, вчера, 21 апреля, молодежи района была представлена такая возможность. С концертной программой «Сквозь время. Часть 1» районный центр посетил Государственный академический ансамбль народного танца «Адыгеи» «Нальмес».
В концерте давно знакомые танцы и новые постановки, соединяясь, становились красочным рассказом об истории хореографического искусства адыгов. Thank you.
Thank you.
Юноши и девушки района с восторгом приняли выступление народного ансамбля «Нальмэс» и реагировали бурными аплодисментами на каждое выступление артиста.